Все остальную часть этого времени, да, нашего рабочего, находимся в бегах, поэтому я вам предлагаю вот совершить нечто для вас, может быть, не очень привычное. Отложите все дела и попробуйте услышать себя. Попробуйте услышать музыку. Перестаньте болтать, перестаньте, вот, я не знаю, отвечать на телефон. А мы для вас споем очень-очень хорошую песню. Thank you.
вас еще несколько довольно известных песен в нашем прочтении. Я думаю, что, может быть, некоторые знают следующую песню. Это, ну, может быть, лет 5-6 тому назад. Это был очень известный такой клубный хит. Вот. А в нашем исполнении я предлагаю вам немного окунуться в лето. Представить себя на берегу моря, влюбленными и такими очень танцевальными. Если вам захочется подпевать или двигаться, не стесняйтесь, это самое время. Не будет петь, нет, это зря так.
готовьтесь поэтому заранее, вы уже потихоньку подбиваете, и потом, когда уже настанет момент X, я вам скажу, я его обозначу, да, чтобы вы были уже в голосе, распетые, так сказать, разогретые и дали жару. Вот. Ясно? Все согласны? Bye.
друзья. Следующая песня для меня имеет достаточно огромное значение. Она учит любви. О любви, которая сейчас встречается мне часто. О любви абсолютно самоотверженной, такой из остатка, когда легче умереть, чем, не знаю, проститься с человеком.
Кажется, что нет ни поддержки, ни помощи, и этот мир тянет тебя вниз.
ты даже не всегда уверен, сможешь ли ты выбраться. Иногда кажется, что все, то, к чему ты стремился, оно просто рушится у тебя прямо на глазах, и ты даже вот не знаешь, какую сторону повернуть. Вот тогда, вот в этот самый момент, я думаю, у каждого из вас было такое, находится человек, который скажет: ну ладно, ну и ладно, зато я здесь, я с тобой, и мы с тобой заново будем идти, будем вставать и идти вперед. И я тебя не брошу, и все будет отлично. Вот песня про это. Things didn't work.
Кейси. Это прекрасно, друзья. Мы все приближаемся к моменту X, вы уже готовы. Вы готовитесь, вы чувствуете это легкое волнение, скажите мне. О, прекрасно. Я его чувствую, честно говоря, каждый концерт с каждой песней. Вот, поэтому это привыкайте, все артисты это чувствуют. Someone I love.
Настал тот час, когда мне понадобится ваша помощь. Все очень просто. Все, очень простая фраза. Фраза, так сказать, девиз нашего концерта. Leave the world behind. Давайте. Leave the world behind. Все очень просто. Ну что, давайте все вместе. Leave the world behind. Но как-то не вместе. Соберитесь. Вдохните глубоко. И вы сделаете это. Давайте. И. Leave the world behind. Изумительно. Можете еще лучше. Я знаю, как преподаватель. Вот точно вам говорю. Давайте. Еще разок. Leave the world behind. Отлично. Вы, в общем, услышите, там раз тысячу будет повторяться эта фраза, да? В общем, вы вступайте тогда, когда вам захочется, окей? Все. People, can you hear me? There's a message that I'm sending out. I got the answer to all your problems. And tonight I'll be singing loud. Just surrender to yourself, the reader. When your hands are in the sky. Feel the energy inside your system. Так вы ее
все вам. Вот, вот так именно себя чувствуют, да, артисты. Вот такие вы молодцы. Я прям горжусь вами. Сегодня, на самом деле, это такой волнительный момент для меня. Мои друзья, многие знают, что в основном всегда я пою музыку на английском языке, разную очень, там, рок-музыку, джаз-музыку, соло-музыку, поп-музыку, но в основном на английском языке. И вот совсем недавно я решила попробовать что-нибудь на русском. И мы сейчас готовим программу очень важной, на мой взгляд, очень нужной музыки и очень-очень русской. Мы немножко вам представим, на самом деле очень волнуюсь. Вы, если что, вы простите нас. Это, так сказать, премьера, поэтому поддерживайте меня, пожалуйста. Thank you.
Нашей страны, потому что, мне кажется, он, ну, как-то незаслуженно забыт. Ну, еще один такой небольшой из этой же программы номер. Thank you.
У меня для вас еще одна прекрасная песня. Я думаю, что вы ее знаете. Эта песня, в общем, достаточно знаковая для меня. Там, видимо, что-то празднуют. Эта песня очень знаковая для меня. Она, знаете, как символ надежды, что ли. Символ того, что не надо никогда прекращать в себя верить. И верить в то, что ты можешь больше, чем даже тебе кажется. Иногда то, что может быть, может показаться почти невозможным, вдруг происходит просто так. Если вы знаете слова этой песни и вам захочется подпевать, не стесняйтесь.
Спасибо вам огромное. Главное, друзья, не забывайте, что вы можете летать всегда, каждый день, в любое время. Главное пожелать. Я, ну, сейчас говорю не о запрещенных веществах, между прочим. На этой прекрасной ноте мы хотим с вами попрощаться. Спасибо вам, что вы были с нами. Для меня огромная честь и огромная удача, и огромное счастье быть для вас. Спасибо вам большое. It's easy if you...
Спасибо. Спасибо.